Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей и сайт focus@america.ru. В этом видео я хочу объявить о начале конкурса на моем канале. В чем заключается конкурс? Конкурс этот на лучшего комментатора. То есть тот человек, чей комментарий меня более всего зацепит, тот побеждает в конкурсе. То есть комментарий должен быть либо позитивным, либо нейтральным, либо, ну, не то чтобы негативным, но он может давать какую-то конструктивную критику. То есть не надо писать матом, не надо там оскорблять там меня или других участников, это, конечно, рассматриваться не будет. Итак, для того, чтобы победить в конкурсе, вы должны прокомментировать любое мое видео, где я показываю что-то с карты. То есть вот это видео или где я записываю какие-то обращения, это не подходит. То есть любые остальные видосы, где там фокусы, там шулерство, флориши, комментируйте, пожалуйста. И эти комментарии будут участвовать в конкурсе. Абсолютно любые. Если вы написали комментарии, я же их все просматриваю, все вижу. Я буду отслеживать, как бы, ну и для себя отмечать, что мне нравится, что мне не нравится. Итак, победителей будет трое. То есть первое место получает из сундука моряка на свой кошелечек 500 рублей. Второе место получает 400 рублей. Ну и третье место получает 300 рублей. Каждый месяц, в конце каждого месяца, я буду объявлять победителей, тоже буду выпускать отдельное видео и говорить ник человека, чей комментарий мне понравился, ну и приводить сам комментарий. Вот. Если вы выиграете, вы пишите мне в личное сообщение то, что вы являетесь тем вот автором, который написал этот комментарий. То есть, как бы, всем известно, что YouTube — это та же самая социальная сеть. Вот. То есть там тоже можно написать личные сообщения друг другу. То есть заходите ко мне, пишите мне личные сообщения, я смотрю, что да, это вы, и, соответственно, вы присылаете мне свои реквизиты. Конкурс этот будет идти до того момента, пока что он будет идти, в общем. То есть в конце каждого месяца я буду объявлять победителей. То есть не ждите, что я буду объявлять, вот в марте начинаем, там в апреле начинаем, нет. То есть в январе закончили, в феврале начали, в феврале закончили, в марте начали. То есть вот так вот будет продолжаться. Ну, что еще сказать? Ну, вроде бы все. То есть, три победителя. Первое место 500 рублей, второе 400, третье 300. Комментарий любой, который меня зацепит. Да, чуть не забыл. Участники должны быть обязательно подписаны на мой канал. То есть, если вы не являетесь подписчиком моего канала, то, извините, вы не подходите. Ну что ж, друзья, на этом все. С вами был Куликов Сергей, и до встречи в моих следующих видео. Пока.